Танзания – это одна из десятков бедных африканских стран, и ее посещение облегчил для нас Аллах. По прибытию туда мы начали исследовать положение местных бедняков. Среди тех, кого мы нашли, была одна старуха. Ассаляму алейкум. Сколько ей лет? А? Маша Аллах, 80 лет. Мы просим для нее долгой жизни на поклонение Аллаху. Эта старуха была известна одной вещью. Знаете ли вы, чем она прославилась? Она стала известна своим поклонением. Она держала пост по понедельникам и четвергам, выстаивала ночью в намазе, пока не состарилась и не заболела. И она живет в бедности, одна. У нее нет помощников и постоянных собеседников. У нее есть дети? Нет, ни одного. Нет детей? А где ее дети? То есть, где ее муж? Муж умер. А, скончался. Она вдова. У нее были дети, но все они умерли. У нее не осталось в живых ни сына, ни дочери. Было пять детей, но все они умерли. Было пятеро детей, но все они умерли? Да. Да помилует их Аллах. Когда умер последний? Последний умер 10 лет назад. Последний ребенок умер 10 лет назад. Несмотря на свой возраст и болезни, она сама зарабатывает себе на жизнь. Она собирает пустые банки и коробки и продает их за копейки заводом. Помимо этого, она выполняет всю работу по дому. Готовит еду, стирает одежду. Что касается ее жилища, то это маленький клочок земли, на котором построили хижину из глины и тростника. И она даже не достроена до конца. А в ней полно этих пустых бутылок, которые она подбирает в мусорных баках. Хижина внутри очень темная, даже в полдень. И ты сам можешь представить, насколько мрачная она ночью. Что касается ее хозяйства, то оно состоит из одной курицы и нескольких цыплят. Из-за ее честности, надежности и людской любви к ней приводит детей, чтобы она смотрела за ними у себя дома, когда родители куда-то уходят. Она была уставшей от одиночества и от того, что родственники никак о ней не заботятся. А кто ей помогает? Ей помогает сын ее брата. Сын ее брата? Да, и он живет в пустыне. В пустыне. Далеко отсюда? Он приходит к ней время от времени или постоянно? Целый год уже не приходил. Его не было целый год? Что же она делала в течение этого года? Ей помогают просто мусульмане. Только они? Ей помогают мусульмане. Они дают ей садаку. Может ли сын ее брата прийти и жить рядом с ней? Сын ее брата не хочет жить здесь, в Дарусаляме. Он говорит, что эта старуха должна переехать к нему. А почему она туда не идет? Спроси ее, почему она не хочет жить у него? Она боится за дом. Кто-то может захватить дом, а потом сказать, что это место не твое. Если она уйдет отсюда в деревню. То есть кто-то может прийти и говорить, что это теперь его дом, а не ее. Почему бы ей тогда не сдать дом в аренду? Написать договор, и этот дом будет приносить ей доход. Если она переедет туда, она будет частично жить за счет этого дохода. Она говорит, что никто не захочет снимать этот дом, потому что он в плохом состоянии. И если бы кто-то взял и построил нормальный дом, это было бы лучше, и она сразу бы уехала. Да. Мы просто хотим, чтобы она в таком возрасте жила с кем-то, кто бы за ней смотрел. Она вкладывала свои считанные гроши вместе с другими людьми, живущими в ее районе, в строительство медресе Ради Аллаха, где дети смогли бы учить наизусть Коран. Она уже давно занималась помощью вместе со своими соседями. Если денег не было, тогда, конечно, нет. Но обычно вместе с Рамадан у нее появлялись деньги. И она помогала. И сейчас она сама вместе с другими мусульманами вкладывается в строительство Медресе по изучению Корану. Маша Аллах, школа по изучению Корана? Да. Субханаллах. Ты можешь себе представить, как бедняки собирают по чуть-чуть, чтобы построить школу по изучению Корана, где будет читаться книга Аллаха. Так как мы тогда должны себя вести? Так что произошло? За нее поручился тот, ради которого она строила школу, Всевышний Аллах. Появился благодетель и решил отстроить ей дом. Мы связались с ее племянником, чтобы она переехала жить к нему. При этом, сдав дом в аренду жильцам, и этих денег хватит ей и ее племяннику, который будет заботиться о ней. Решение всех ее проблем случилось за один день. Она и представить себе не могла, что так будет. Но на то была воля Всевышнего Аллаха, который все предопределяет, и воздаяние сочетается с делами. Когда она позаботилась о том, чтобы построить что-то ради Всевышнего Аллаха, Аллах построил для нее все, о чем она мечтала. И действительно, начали строить дом, а она сидела такая счастливая и наблюдала, как ее дом строит, минута за минутой, так как жители района любили ее, они дополняли ее радость тем, что помогали строить. Так что даже женщины района помогали строителям возводить дом. Эта пожилая женщина приносила воду из колодца, чтобы строители использовали ее при замешивании цемента. Дети, за которыми она смотрела, собирались и смотрели, как идет строительство. Каждый участвовал в тех мгновениях по-своему. Строительство продолжалось несколько дней. Я приходил туда почти каждый день, чтобы убедиться, что строительство продолжается. Каждый раз, как я ее видел, она не говорила со мной о своем доме. Она говорила со мной только о школе по изучению благородного Корана. Она спрашивала меня. Когда ты закончишь строительство школы, когда вы построите медресе по Корану, ей была интересна только эта школа. Что? Что она говорит? Она говорит, когда уже откроется медресе, потому что для нее самое главное, чтобы построили медресе. Она говорит, что медресе нам поможет в судный день. Люди будут постоянно вспоминать о нас. Когда будут читать Коран, они будут вспоминать о ней. Потому что это медресе построил такой-то, такой-то и такая-то. Да им Аллах благом. Она хочет, чтобы люди делали за нее дуа. Да. Я прошу всех братьев и сестер сделать за нее дуа. Ведь она этого очень хочет. Мы просим Аллаха, чтобы Он предписал тебе дворец в раю. Она плакала, когда спрашивала о том, что для Аллаха. Но не спрашивала меня о том, что строили для нее самой. СубханаЛлах. Если бы она была богата, не была бы нуждающаяся, я бы это понял. Но она бедна и нуждается в доме, чтобы жить в нем. Посмотри на любовь к Аллаху. Что она делает с человеком? Я спросил ее о том, почему о коранической школе она печется больше, чем о строительстве ее дома. И она сказала, прослезившись. Она говорит, я хочу медресе. Медресе – это первое, что принесет нам пользу в судный день. Самое главное – это медресе. И сейчас в этом маленьком медресе учат наизусть Коран. Дети в нем изучают книгу Всевышнего Аллаха, так что можешь даже не спрашивать о том, как рада Хадиджа.